Цех по производству 6 видов круп в Атбасарском районе Акмолинской области ищет пути реализации продуктов. На сегодня на складах находится порядка 4 тонн перловой и около 5 тонн пшенной и ячневой круп. Производители поставили очень низкие оптовые цены, но, скорее всего, об этом предприятии просто мало знают потенциальные закупщики. А между тем здесь установили дорогостоящее оборудование на 18 миллионов тенге. В сутки оно способно передробить порядка 15 тонн любой крупы. Сырьем проблем нет. Цех открыт при крупном зерновом товариществе. Но из-за отсутствия сбыта мини-завод простаивают. Рабочих временно перекинули на другой участок. Сейчас немножко тревожно, что нужно найти поставщиков. Это самая главная задача для нас. Куда мы будем реализовывать эту продукцию? Продукция, за качество мы спокойны, качество хорошее. Цена ниже рыночной. Мы сравнивали цены. Единственное, вот сейчас найдем реализацию, куда его девать. И можем работать круглосуточно. При необходимости можем вырабатывать, дробить горох, кукурузу.